Друзья, а перед началом моего видеоролика рекомендую вам канал Flex HD. На его канале пока что один ролик, но, конечно же, скоро появятся ролики по ХГ и по остальным мини-играм, конечно же. А также он дизайнер, так что подписывайтесь, ставьте лайк и согрейте его своим теплым комментарием. А мы переходим к моему ролику. Здорово, друзья, с вами Феликс, и сегодня мы затащим на сервере Angry World. Естественно, вот такая у нас топовая карта, мне вообще не знакомая. И, в принципе, текстурпак, да, он же новый, офигеть. Окей, в принципе, короче, что мы сегодня сделаем? Затащим, и я вам этот РП, конечно же, сливаю за каких-то там 100 лайков, которые вы наизах наберете, да? У меня нету оружия, мне... Опа, мне не попалось оружие, поэтому мы сейчас должны его прочекать и, конечно же, найти, потому как жить-то? Как жить, мне не дали оружие, да? В принципе, вот так. Быстро соберем, что у нас тут. Ничего. Окей, ну-ка, где же ты оружие? Там чувак уже ко мне идет. А мне надо оружие. Так, оружие. Так, ты мне сейчас, чувак, не надоедай. Ты мне сейчас не нужен тут, понимаешь? Опа, он такой, знаете, дурачок какой-то. В принципе, на лопаты на меня полез. С лопатой, точнее, на меня полез, на лопаты на меня полез. О, боже. Ладно. Опа, у нас есть ботиночки. А, у нас же алмазные ботиночки есть. Вау, топчик. Значит, выкинем все ненужное дело, потому что оно нам будет просто-напросто мешаться в инвентаре. Это у нас какой? Деревянный меч, да? Что-то я какой-то дальтоник, что ли. Ну, хотя нет, у меня все нормально. Я цвета различаю нормально, в принципе. Топ! У нас есть хороший топорик, в принципе, супер. Значит, что тут у нас? Ничего нормального. Так, ага, все, нашел нормально. Яички и яички. Так, это у нас ничего. И это у нас... Тоже ничего, нормально, нормально, нормально. И что у нас тут? Надеюсь, это топовый сундук. И в нем что-то... Опа, с едой тут, конечно же, есть такой небольшой дефицит, что ли. Или что-то типа того. Еда здесь, на самом деле... Ой! А, здесь сундук, лол. У меня есть лук, но нет стрел, естественно. Ну, круто, короче. Встречался с подобной фигней, но у нас есть, конечно же, блоков у меня нет. Ой, как круто же, как же... Это круто. О, посмотрите, как офигенно ломаются блоки. Реально круто, мне это нравится. Опа, быстрее. Если топором, то... А, это просто я другой блок ломал. Ну, окей. В принципе, я попробую сломать. А, вот у нас шерсть. Шерсть сломаем и проберемся, конечно же, наверх. Так. Нет, это фигня. Так, там уже чувак у нас пришел. Конечно же, как это круто. Так, мы сейчас попробуем его скинуть, когда он пойдет к тому сундуку, я его там скину, знаете. Просто, чтобы опасно было. Это у нас Максим 444. Мы играем на Angry World. Если я не сказал, кстати, да, айпишник будет в описании. И набираем 100 лайков за этот РП. Смотрите, какой прикольный. Так, у меня нету стрел. И давайте же сейчас скинем его. Смотрите, как будет по-хитрому. Смотрите, 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 смотрите. Ой, как... Какой же ты легкий, чувачел. Окей, быстро. Забираемся к этой змейке. Зачем я так ступил, как придурок, не знаю, но... Окей, значит, тут у нас нету хороших вещей, поэтому я иду вниз, чтобы посмотреть, что у того чувака было. Ну, хотя я что-то такого не замечал в нем. Что-то таких прям 2-8 вещей я не замечал на самом деле. И вон у нас чувак с луком. Так, надо... Опа, он же упал сюда вроде как. А, нет, он упал туда с языка, да? Он упал вниз туда совсем. А, вот же его вещи, лол, ладно. Пускай в меня стреляет, мне интересно. Как раз таки мне будут интересны эти стрелки, которые он мне скинет. Конечно же. Опа, угу. Значит, здесь были вещи неплохие, довольно-таки прикольные были. Ага. И, конечно же, еда, ура! Я как же я рад приобретенной еде. В принципе, мы скинули чувака его же стрелой, которыми он в нас целился. Как раз таки не стрелой, лол, придурок Феликс. Ладно, мы забираемся сюда. Я бред до этого сказал, поэтому не слушайте меня, хотя... Слушайте. Да, окей, дебил. О, ладно, идем наверх. А хотя нет, надо облутать сундуки для начала, чтобы быть крутыми пацанами, да? Понимаете, вы меня понимаете. Окей.
Так, у нас есть рыбка. У нас нет стрел, которые я сейчас рассчитываю получить. И, конечно же, победить я сейчас тоже хочу. В принципе, давайте попробуем. Так, ну-ка. Еда и яички. Окей, и яички тоже нам нужны. И как раз-таки вот этого чувака сейчас мы скинем. Но он на меня смотрит. Смотрите, какой опасный. Ой, чувак, ты какой-то страшный. Я тебя боюсь. Больше смерти. Ну, в принципе, окей. Идем наверх. Идем наверх и соберем что-нибудь тоже еще классное. Я не знаю, что тут будет. Но надо найти стрелы, потому что ибо нефиг. Так, стрел нет. И тут же тоже стрел нет, которые... Кстати, я же могу их скрафтить. Вот дебил, а. Ладно, у меня есть кремень, только я не помню, как они крафтятся, стрелы, знаете, я просто дебил такой. Но окей. Так, что у нас тут? Ну, ничего классного, ладно. Идем сюда. Здесь я облутался, да? Но давайте еще кремня заберем. И идем сюда, естественно. Так, что у нас тут? Ага, ничего. Идем, значит, сейчас мы скрафтим себе верстак и, естественно, скрафтим себе стрел, чтобы быть крутыми пацанами. Давайте попробуем сделать так. И попробуем сделать... Так, у меня же дерева нет, лол, придурок. А, вот есть дерево. А, окей, сейчас мы сделаем себе... Сделаем вот так вот. И вот так вот. Значит, кремень у нас тут. Вот это у нас туда. Все, я вспомнил, как они делаются. Значит, Феликс опасный в кавычках. Так, у нас тут что? Ничего. Ну, окей. В принципе, погнали вниз. Мы можем идти вниз, потому что у нас есть уже стрелы. Мы сейчас можем спокойно завалить чувака. Но проще было, конечно же, нам... Так, я здесь разочарования не вижу на луках. Значит, это просто... Я думал, то, что в текстурках проблемка. Но чувак, конечно же, у нас в ФК. Или что ты творишь-то? Я не понял. Чувак, ты что творишь? А, ну ты крутой, то есть, да? То есть ты крутой. А, это как-то было изи, понимаете? Вот что творит лук с этими чуваками. Одним словом, мы переходим к следующей катке. Итак, друзья, мы продолжаем, конечно же, тащить и играть на Angry World. В принципе, погнали. Карта Shire моя, ну, честно говоря, не особо такая любимая карта. Мне она очень так, как сказать, знаете, не нравится, мягко говоря. Не знаю почему, для кого-то она любимая, для кого-то нет. Но такая, знаете... Такая карта прям опасная. Окей. Окей, кто-то уже каким-то образом оказался на центре. Ну да ладно. В принципе, оуки-доуки. И у нас тут есть чувачок, которого мы бьем. Двумя ударами убиваем. И у нас есть блоки топовые. Конечно же, у нас нет хорошей брони. Но... Так, тут у нас тоже никого нет, кажется. Да, тут никого нет. Почему так, а? Вот я же сейчас плакать буду. Так, ну-ка. Там зачарованные ботинки были, которые мне, конечно же, пригодятся. И, опа, нагрудник. Нехило, нехило. И идем сюда, естественно, чтобы облутаться до конца. Вот, вот, Fire Protection. Это топчик. Так, тут мы идем сюда. Конечно же. А здесь никого не было, да? Ну, был же кто-то. Ладно. Тот уже просто сдох. Ладно, окей. Идем дальше. Там у чувачилы вообще просто топовые вещи. Ой, как ты все просчитала? Какая же ты топовая девица? Да, опа, Fire Protection. Ой, как страшно. О, нифига, ты что меня пугаешь? Какая же ты опасная. Она до сих пор, она в меня пыталась попасть. И все это время она, конечно же, не попала в меня. Вот, ну, лошара, естественно, это уже ясно всем. Так. Одеваем это дело, одеваем это дело, одеваем это дело. В принципе, это просто топчик. Мы одели топовые вещи. Golden Apple Protection 2. Как будто бы сам боженька мне тут такой, типа, подкинул, да, подкатил. Окей, окей. Выкидываем ненужные вещи. В принципе, и меч алмазный можно выкинуть, потому что у нас есть гораздо что-то получше. Гораздо лучше вещи есть у нас, если я правильно сказал, дебил. Ладно, идем сюда. Так, меня сейчас девчонка наверняка попытается также скинуть. Бондаплей, бондаплей какая-то, знаете, такая крутая плей, значит, играет. Вон там чувачел, который тоже опасный. И, конечно же, вон там у нас девчонка, которую мы можем скрысить. Окей, давайте попробуем ее скрысить. Это будет, думаю, просто. Потому что, в принципе, в Skywars надо уметь играть, а не уметь пвпшиться. Уметь пвпшиться нужно в ХГ, естественно. Так, надеюсь, она меня не спалила. Ибо это будет на самом деле фигово.
и нехорошо, и нехорошо. О, чуть сам не поджегся. Так, окей. Так, окей. Я в нее попал. А, ну круто, ты меня поджигаешь, девчонка. Ты, кстати, нубяра какая-то, знаешь, такая, ну, лошара, в принципе. Окей, идем дальше, значит, а, вот у нас этот чувак. Давайте попробуем его завалить, конечно же. Так, ну-ка, давай. Давай, чувачок. Ох, ты ж нихера себе, ты топ-буст-спамер, я вижу, да? Ну да, ты топ-буст-спамер. Так, быстро его бьем. Это какой-то бондой, или мне показалось. А, брохандил, брохандил, значит, офигенный ник. Мне нравится его ник. И, конечно же, почему-то по нему ничего, какие, ни какие удары не проходят. И, естественно, я победил. Вот, крутой патчан 2.8. 1, 2, 3. Друзья, одним словом, всем большое спасибо за просмотр, с вами был Феликс, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, ваши крутые пацанские лайки, и одним словом, написать свой офигенный комментарий, теплый, чтобы он меня согрел, чтобы просто топчик 228. Большое спасибо за те комментарии, которые, вы пишете, вот просто настолько теплые комментарии, вот вы сейчас видите их на экране, вы видите большое такое количество, ведь... Они просто офигенные и теплые. Большое вам спасибо, друзья. Я вас очень сильно люблю. Всем пока-пока.